Несложно догадаться, что для креста будет вкладка. Всем привет! Значительный отрезок видео я не комментировал. Так получилось. Не судите строго. Вот такой будет вкладыш. Моя задача на данный момент нанести секретное покрытие. Для того, чтобы это покрытие легло равномерно, тщательно обезжириваю поверхность. Обезжириваю с помощью бензина. И снова в дело вступает бурмашина и стоматологическая фреза. С помощью эпоксидного клея приклеиваю заранее подготовленный образ ножа. Назовем так. Для ножа, а точнее для его ручки, подготовил вот такую вкладку. Для того, чтобы сделать ее более выразительной, погружаю ее в спиртовую морилку на несколько минут. Приклеиваю псевдоручку с помощью клея B7000. Достаточно буквально одной капельки. Выступившие излишки клея сразу же удаляю бензином. Важно это сделать сразу же, пока клей не набрал окончательную прочность. Выждав примерно сутки, когда все подсохнет, слегка полирую поверхность отрезком замши. Можно было бы заполировать до зеркального блеска, однако в последнее время я все чаще и чаще отказываюсь от этого. Все дело в том, что при зеркальном блеске не видно тонкостей и детализации. Тщательно обезжириваю и покрываю лаком. Конечно же, не очень бы мне хотелось покрывать лаком, но латунь все равно со временем окислится. Поэтому единственным препятствием от этого может быть только покрытие лаком. Обезжириваю обратную сторону и приклеиваю к кресту. Вот такое оригинальное изделие получилось. К слову, для этого же заказчика, моего хорошего знакомого, я изготавливал еще несколько изделий. Вот такая кошечка. Это для его жены, кстати. Еще один череп. И вот такая вот медвежья лапа. Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение, жму руку, как всегда, но пасаран. Всего хорошего, пока.